Это я, Валерий Васильевич. Зря его пустили. А Наталья чем занята? Наташенька? Ой, Наташа занимается серьезно, опять рисует что-то, да, Наточка? Привет, привет! Ну, молодцы, деточки. Изучаем карту. Карту, ага. Вы машину еще не брали на прокат? Возьмут. А, возьмут, да? Возьмут, угу. Хотите покататься, да? Ну, так. Угу. В общем, остров посмотрели мы ваш. Пляжик там 60 метров всего. Ну, да, небольшой. Ну, это же не один пляжик, Валер. Это возле их гостиница, там же еще есть, да? Да, там по побережью их много, просто жару так. Тащиться на другой пляж, честно говоря, неохота. А этот самый близкий, и до него примерно 50 метров. Тут где-то знак рядом стоит, а до моря 50 метров. Угу, угу. Тут где-то рядом с отелем, на соседней улице. На самом деле вышли из ресторана, дорогу перешли уже на пляж. Да. Угу, понятно. Значит, ой, мальчики. Не торопись. Уронил. Сейчас. Угу. Так. А это приспособление для чего? Вот это вот простые, Наташа сказала позавчера, что ей такие больше нравятся. И вот художественные поменьше. Мне-то вот такие, конечно, больше нравятся. Ну ладно. Вертолетик и... Какая-то тоже машина, не знаю, военная, техническая, не знаю, как она называется. Разведку рисую.